Один человек погиб, четверых увезли в больницу с различными травмами. В результате крупной аварии, которая произошла при выезде из поселка Мирный, Ford Focus на всем ходу протаранил «Ладу» 14-й модели. На место помимо медиков выехали спасатели МЧС. Несмотря на поздний час, у аварии оказалось множество очевидцев. Люди сразу бросились на помощь пострадавшим. В первую очередь они подбежали к водителю «Лады». Он сразу умер. Ну да, он сразу перелом шеи. Ну все, там бесполезно уже. Я сначала делаю, а потом смотрю, шею потрогал, там уже позвонок почувствовал руками, и все, ну, готов был. По словам очевидцев, всего в салоне «Лады» находилось четверо друзей, помимо водителя, еще девушка и двое парней. Состояние здоровья у молодых людей, сидевших позади, вызывало серьезные опасения у медиков скорой. А у девушки там что? Два ребра, рука, нога. Тяжело, да? А? Странный водитель получился? Ну, она вот, я говорю, вытащил из машины ее. Готовил первую медицинскую помощь и скоро как раз подъехал уже. Вся сила удара пришлась на левую сторону «Лады» 14 модели. Судя по повреждениям, которые получил автомобиль, шанса выжить у водителя не было никаких. Чтобы вытащить тело погибшего автомобилиста из раскурочного салона, пришлось вызывать на место спасателя МЧС. Больше всего повезло владельцу «Форда». Он был пристегнут ремнями, к тому же в салоне иномарки сработали подушки безопасности. Поэтому молодой человек получил лишь многочисленные ушибы. На всякий случай его также решили госпитализировать. Говорят, что водитель «Форда», алкогольное опьянение у него есть маленькое. У водителя «Форда»? Да. Хотя он и прав, но не знаю, там врачи уж точно скажут. По предварительным данным, авария произошла из-за водителя «Лады». Молодой человек выезжал со второстепенной дороги на перекрестке. Он не стал нажимать на педаль тормоза, а наоборот ударил по газам, чтобы проскочить за счет скорости. В итоге преградил путь иномарки, которая ехала по главной. В результате аварии на южной трассе перевернулась «Нексия». В момент столкновения в автомобиле находился 5-летний ребенок. По словам потерпевшего водителя, белая «Тойота» на полной скорости врезалась в его машину, после чего скрылась с места происшествия. Момент удара запечатлела камера видеорегистратора. На кадрах видно, что после удара водитель «Тойоты» даже не стал останавливаться. Он объехал перевернувшийся автомобиль и скрылся с места происшествия. В «Нексе» находились три человека – водитель, его жена и 5-летний ребенок. Увидел в заднее зеркало маневрирующую белую машину «Тойота». Очень быстро приближалась, и в какой-то момент произошел удар, столкновение, и меня перевернуло два раза. В результате аварии никто не пострадал, но вряд ли это можно назвать счастливой случайностью. Все пассажиры были пристегнуты, а ребенок находился в специальном детском кресле. Ребенка пристегнул таким должным образом, подобрал кресло, соответствующие лямки, отрегулировал по росту и весу. Это говорит о том, что ребенку сохранить жизнь только детское удерживающее устройство, которое обеспечит его безопасность. Приехавшие фельдшеры приняли решение госпитализировать ребенка. По предварительным данным, с ним все в порядке, он отделался лишь испугом. Сразу после аварии автомобиль виновника был объявлен в розыск. В результате сильнейшего удара номер нарушителя даже отпечатался на бампере «Нексии». Вот существует такая проблема, и разговор о ней продолжится в теме с Фаридом Хабибуллиным. Свое отношение к подобным ситуациям вы сможете высказать тоже в прямом эфире. Продолжаем. Высокая скорость и несоблюдение дистанции стала причиной аварии, которая произошла вечером на перекрестке улиц Декабристов и Чистопольской. Столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, виноват в произошедшем водитель «Опеля». Он сильно разогнался, и когда впереди начал разворачиваться внедорожник «Сузуки», по касательной врезался в его заднюю часть, а затем, как говорится, догнал еще и «Hyundai Getz». Виновник не стал отпираться и признал, что просто в этот вечер сильно торопился, поэтому был вынужден рисковать. На улице Тецовской «Мерседес» вылетел с дороги и на всем ходу врезался в железобетонный столб. В салоне находилась только молодая девушка. К счастью, она не пострадала. По словам полицейских, судя по документам, девушка купила 4-годовалый «Мерседес» в этот же день, но наслаждалась покупкой совсем недолго. Уже вечером по пути домой она не справилась с управлением и вылетела с дороги. Подъехавшим инспектором ГАИ автоледи на «Мерседесе» признала, что ее якобы подрезал автомобиль BMW. Чтобы с ними не столкнуться, она была вынуждена круто повернуть руль в сторону. Столкновений между иномарками не было, поэтому фактически виновным в ДТП, скорее всего, признает саму девушку, управлявшую «Мерседесом». Иномарка, которая якобы подрезала «Мерседес», тут же скрылась с места происшествия. Пострадавшая автомобилистка даже не обратила внимания на ее госномера.
Скорость у немецкого седана была в пределах допустимой. Автоледи просто не успела вовремя нажать на тормоза, поэтому удар оказался такой силой. По предварительным данным, полной страховки у «Мерседеса» нет. Дорогостоящий ремонт иномарки ляжет на плечи самой предполагаемой виновницы ДТП. В Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении бывших судебных приставов, которые снимали деньги со счетов умерших граждан и таким образом обогатились на 5 миллионов рублей. В мошенничестве также подозревается сотрудник налоговой службы. Должностные лица собирали информацию о скончавшихся одиноких пенсионерах и под видом задолженности взыскивали со счетов покойных деньги. Подобно герою Чичикову из романа «Мертвые души», казанские приставы обогащались при помощи давно умерших людей. В преступной схеме участвовали 5 человек. По версии следствия, махинации они проворачивали при помощи поддельных судебных приказов. Злоумышленники взыскивали миллионные суммы с недавно умерших одиноких людей, которые на самом деле должниками не являлись. Один из привлекаемых к уголовной ответственности приставов на основании возбужденного исполнительного производства взыскал с счетов покойного мужчины 935 тысяч рублей. Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что в марте 2016 года аналогичным образом со счетов скончавшейся в 2015 году женщины обвиняемым было получено 754 тысячи рублей. По закону, если сбережения умершего хранятся в банке и на них никто не претендует, они уходят в пользу государства. Однако злоумышленники решили иначе и таким образом успели обогатиться на 5 миллионов рублей. Аферу вскрыли в результате прокурорской проверки. Произошло это в мае этого года. Но всю эту схему два сотрудника не могли провести. Почему? У нас сразу почему-то возник вопрос, кто-то должен быть помощником. Не то, что помощник, а кто-то должен быть организатором этих мероприятий. И кто-то должен предоставлять информацию о том, что люди умерли. Были организаторы, которые организовывали, которые печатали эффективные исполнительные документы у себя дома. Был человек, который предоставлял информацию о умерших людях. И в дальнейшем уже на исполнение эти документы поступали в судебный пристав по Приволжскому району. Во время проверки в райотделе судебных приставов было обнаружено 14 фальшивых приказов. Только по 6 из них приставы намеревались взыскать более 6 миллионов рублей. Имя главного информатора обвиняемые не говорят. 4 подозреваемых находятся под домашним арестом, 5 участник заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемых. Расследование уголовного дела продолжается.